Продолжаем выпуск. Все лето в боксерских перчатках. В Самаре стартовал уже традиционный спортивный турнир. География за 3 года существенно расширилась, популярность выросла, содержание дополнилось. Николай Козлов о тех, кому и целых каникул мало. Так весело, с огоньком и под музыку на набережной возле Ленинградского спуска стартовало 3-е по счету лето в боксерских перчатках. Проект выходит на качественно новый уровень, говорят организаторы. Наряду с традиционной площадкой в центре Самары заработает еще одна в Красноглинском районе. Там будут проводиться матчевые встречи между спортсменами из разных городов. Расширяется и география проекта. В Новокуйбышске будет группа тренеров, которые будут передавать свой опыт нашим. Потому что Новокуйбышев у нас один из центров, да, Саитов, там Веткин сейчас у нас, то есть там хорошая школа. И мы решили, что этот проект нужно развивать и дальше. Они готовы поучаствовать в этом году своей командой тренерской и в то же время развивать, скорее всего, и у себя на следующий год. Помимо занятий с лучшими наставниками региональных школ, в рамках лета в боксерских перчатках будут организованы и другие, не менее интересные мероприятия. Будут здесь организованы издачи норм «Готов к труду и обороне», потому что наряду, безусловно, какими-то профессиональными бойцовскими качествами, которые ребята приобретают, важно, чтобы они были всесторонне подготовленными спортсменами. Они проведут лето с пользой, с мячом, с боксерских перчатках, а не с сигаретой и бутылкой пива. Это, я считаю, очень важно. Остается добавить, что занятия под руководством известных боксеров будут проходить 3 раза в неделю. Николай Козлов, Александр Каракулько, новости губернии.